На объекте нефтехранения ООО «Каспетросервис» прошли учения личного состава пожарной охраны и ведомственной пожарной части для отработки и совершенствования навыков профмастерства. По плану, условное возгорание, якобы произошедшее вследствие тех работ, было имитировано в нефтяном резервуаре номер 15. Он расположен в столице Дагестана. Представители администрации объекта оперативно среагировали и вызвали специалистов объективной пожарной охраны и Махачкалинского пожарного гарнизона, а также в срочном порядке эвакуировали сотрудников в безопасное место. Сегодня на объекте «Каспетролсервис» проведены тренировочные пожаротактические учения. В ходе учения отработаны информационное и межведомственное взаимодействие, а также тактика тушения пожара на объектах нефтехранения. Прибывшие на место дежурные смены пожарной охраны и столичного пожарного гарнизона сразу же начали тушить возгорание. Благодаря совместным усилиям специалисты не допустили переход огня на ближние емкости. По итогу пожар был покрыт многометровым слоем пены и ликвидирован. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Дагестану Сабир Махмудов отметил, что действия личного состава оцениваются на отметку «хорошо».